Сейчас на сцену выйдет лауреат конкурса «Синяя птица», артист оригинального жанра, причем потомственный артист, как сказала Светлана Безродная, гуттаперчивый мальчик. И Саша Митин уже подготовил не один номер с Вивальди оркестром, и сегодня он исполнит композицию на музыку, которая прозвучала в 61 году в фильме «Любите ли вы Брамса» в французском фильме. Эту песню пел Ив Монтан, и когда он исполнял ее позже в своих концертах, он посвящал ее Симоне Синьоре. Ну, а Александр Митин посвящает эту композицию памяти своего дедушки. Александр Митин.